В Усть-Каменогорске уже несколько лет успешно работает система электронного билетирования. За это время 56 маршрутов общественного транспорта были оборудованы валидаторами. В чем плюсы внедрения цифровизации в общественном транспорте, расскажем в следующем материале. Цифровизация работы общественного транспорта в областном центре показывает хорошие результаты. Активное применение электронного билетирования позволило создать современный инструмент по приему платежей в общественном транспорте, а также вывести денежные средства из теневой экономики. В рамках данного проекта на 531 транспортном средстве было оснащено оборудование. Данные транспортные средства обслуживаются на 56 маршрутах в городе, в том числе и автобусные, и маршрутные, и трамвайные. Нам удалось увеличить по итогам всех мероприятий в целом показатель пассажиропотока на 31%. Он увеличился, если мы сравниваем 2021-2022 года, то показатель увеличился на 31%. То есть это дополнительные налоговые отчисления в бюджет, также дополнительно доход увеличился у перевозчиков. После запуска системы в транспорте с прошлого года был введен дифференцированный тариф. Пассажиры активно используют приложение «Ускюменбас». С ее помощью люди могут в режиме реального времени видеть, где находится нужный им транспорт, когда он прибудет на ту или иную остановку, а также построить маршрут и свериться с расписанием транспорта. Стоит отметить, что приложение скачали более 215 тысяч пользователей.